Здравствуйте, с вами программа «День города» и Марина Романюк, ее ведущая. Смотрите в выпуске. Атаки продолжаются. Под огнем оказался Рязанский нефтезавод. Квартира, автомобили, другие подарки. Торгово-промышленная палата запустила викторину. Воду семьи. Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие. Такое сообщение опубликовал губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что с самого утра находится на месте происшествия. Хронология атаки беспилотников далее. Это только один из ударов беспилотника. Местные жители слышали куда больше. 4 хлопка. В 6.34, 6.49, 6.50 и 7.23. По данным телеграм-каналов, один из беспилотников попал в две установки по первичной переработке нефтепродуктов. После два дрона друг за другом врезались в цеха, где уже полыхало пламя. К нефтезаводу сразу же выдвинулось несколько пожарных расчетов и машины скорой помощи. В сообщении экстренных служб говорилось, что площадь пожара 175 квадратных метров. Появились и новости о пострадавших. Ранения получили 2 человека. Позже станет известно, что это травмы рук. Медицинская помощь пострадавшим оказана. Жизни людей ничего не угрожает. Уже в 11.13 в телеграм-канале Павла Малкова появилось сообщение о ликвидации возгорания на нефтезаводе. Губернатор поблагодарил все службы за оперативную и профессиональную работу. Нефтезавод, по подсчетам очевидцев, атаковало 3 беспилотника. Еще один БПЛА самолетного типа был сбит, сообщили в пресс-службе Минобороны. Кроме Рязани, за этот день беспилотники уничтожили еще в 6 областях. Суммарно 58 БПЛА. Атаку беспилотников прокомментировал Владимир Путин в интервью 12 марта. По мнению президента страны, есть 3 объяснения. Первое – это желание помешать или повлиять на президентские выборы. Второе – попытка, цитата, «хоть что-то показать» на фоне прошлых неудач, сосредоточив внимание главным образом на информационной стороне дела. А в-третьих, по словам президента, это попытка в случае успеха получить козырь в возможном будущем переговорном процессе. 12 марта Рязань посетил министр МЧС России Александр Куренков. Во время его визита прошло награждение наиболее отличившихся сотрудников, вручение ключей от техники и открытие всероссийских соревнований. Вездеходы, грузовик, прицепы с оборудованием для тушения пожаров – это 10 новых автомобилей, которые 12 марта передали региональному МЧС министр управления Александр Куренков и глава региона Павел Малков. В работе пожарных подразделений не менее важную роль играет оснащение современной техникой, и мы уделяем этому вопросу особое внимание. В связи с этим хочу отметить работу правительства Рязанской области по вопросам развития пожарной охраны в регионе. Сегодня совместно с губернатором Павлом Викторовичем передаем Главному управлению МЧС России по Рязанской области 10 единиц техники различного назначения. Машины эти, по словам министра, позволят оперативно добираться до места происшествия. Они оснащены оборудованием для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ. Прицеп уже передадут добровольной пожарной охране в сельской местности. По словам министра, обычно они первыми приезжают на вызов, живут по соседству. А, например, автомобиль первой помощи оснащен современным оборудованием для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Машины повышенной проходимости способны доставить спасателей и водолазов в отдаленные районы. Александр Куренков вручил и ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Сегодня мы награждаем тех, кто проявил свои высокие личностные и профессиональные качества. Хочу поблагодарить каждого из вас за вклад в обеспечение безопасности и благополучия жителей Рязанской области. Вы постоянно совершенствуете свои знания и навыки, чтобы своевременно прийти на помощь. А ваша инициатива и решительность – это залог успешного выполнения любой задачи. Министр проинспектировал работу центрального пункта пожарной связи, центра управления в кризисных ситуациях, испытательной пожарной лаборатории, первой пожарно-спасательной части областного центра и 5-й пожарно-спасательной части управления договорных подразделений номер 2. Рад приветствовать вас на всероссийских соревнованиях. Сегодня здесь сильнейшие спортсмены нашей страны будут бороться за медали и кубки, как в личном, так и в командном первенстве.
Спорт является неотъемлемой частью профессиональной подготовки пожарных и спасателей. Министр с губернатором открыли всероссийские соревнования на Кубок МЧС России по пожарно-спасательному спорту. В Рязань приехали больше 400 спортсменов из 23 субъектов. Они соревнуются в трех разных дисциплинах – полоса препятствий, двоеборье и штурмовая лестница. В последнем элементе мужчинам предстоит преодолеть подъем на четвертый этаж учебной башни, женщинам – на второй. Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту продлятся до 15 марта. В точке кипения рассказали о том, как пройдет розыгрыш среди участников викторины «Семья России». Организаторами выступила торгово-промышленная палата Рязанской области. В качестве подарков для победителей приготовили более 150 тысяч ценных призов. Принять участие может любой совершеннолетний житель Рязанской области. Весна в регионе стартовала с викторины, посвященной году семьи. Участвовать может любой совершеннолетний житель Рязанской области. Для того, чтобы испытать удачу и получить один из 1500 ценных подарков, нужно пройти регистрацию на сайте семья62.рф и сделать скриншот своего QR-кода. Активировать его помогут волонтеры, которые будут работать в пунктах викторины вблизи участков для голосования. Как повысить свои шансы на выигрыш, рассказал заместитель президента торгово-промышленной палаты Рязанской области Евгений Сорокин. Волонтеры будут одеты в брендированную одежду, у них будет бейджик-волонтер, и любой житель, идя по пути на избирательный участок, сможет активировать свой QR-код. Но если участник викторины сделал это 15 числа, то он имеет возможность поучаствовать в розыгрыше 6 раз, потому что розыгрыши будут проходить каждый день. 15, 16, 17, 2 раза в день. После регистрации участникам необходимо ответить на 4 несложных вопроса на тему демографии. Например, сколько детей, на ваш взгляд, должно быть в семье, какие меры поддержки смогут увеличить демографический потенциал нашего региона и другие. Для нас это ценно, повторюсь, для нас это ценно, что мы получим ту информацию, которая будет необходима в дальнейшем для разработки программ поддержки. Причем статистику проанализируют не только в торгово-промышленной палате нашего региона, но и в областной думе Рязанской области. По словам организаторов викторины «Семья России», это поможет расширить меры поддержки семей и улучшить демографическое благополучие нашей страны. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В продолжение темы. Подарочный фонд инициативы более 150 тысяч подарков, а участвует в ней уже более сотни тысяч людей. После регистрации на сайте семья62.рф участник получает код, который нужно активировать. В этом помогут волонтеры. Они будут работать на пунктах рядом с участками голосования 15, 16 и 17 марта. В этом году в нашей стране проводится год семьи. Мы понимаем, насколько это важно, наверное, это самый базовый институт. Да, это то, с чего начинается наша жизнь, продолжается. И здорово, что в этом году стало еще больше возможностей. Социальный проект викторины «Семья России» тоже приурочен к главной теме года. Его цель – узнать мнение рязанцев о качестве системы мер поддержки семей в области. И, конечно же, подарить подарки тем, кто решил стать участником. Прошел регистрацию на официальном сайте викторины, ответил на вопросы, которые помогут подготовить социальный срез, получил QR-код. Для финальной регистрации его предстоит активировать у волонтеров. Они будут работать 15, 16 и 17 марта в пунктах викторины рядом с участками для голосования по всему региону. Подготовка добровольцев идет полным ходом. Обучающий квиз для первой группы провели в колл-центре викторины. Пришли поддержать проекты некоторые его партнеры, благодаря которым каждый из участников может получить один из 150 тысяч подарков. Всегда заботимся о здоровье зубов жителей нашего региона, поэтому предоставляем подарки. Мы предоставляем скидку на процедуру чекап, в которую входит компьютерная томограмма, анализ снимка искусственным интеллектом, также профессиональная гигиена полости рта и консультация врача-стоматолога. Мы представляем приглашение в наши салоны, где наши клиенты смогут получить стрижки, укладки и новые образы. Сеть магазинов «Канцлер» поддерживает инициативу нашего президента об объявлении 2024 года годом семьи в Российской Федерации. Мы присоединяемся к викторине торгово-промышленной палаты Рязанской области «Семья России».
Для этого наши специалисты подготовили специальные карты программы лояльности «Канцлер» в количестве 10 тысяч штук на сумму 2,5 миллиона рублей. Получив карту лояльности сети «Канцлер», покупатель может оплатить ей товар в любом магазине нашей сети. Квартиры в Рязани, отечественные автомобили, бытовая техника, сертификаты на различные услуги, билеты на культурно-массовые мероприятия и сувениры от партнеров. Подарочный фонд разнообразен. Информацию о ближайших пунктах викторины можно посмотреть в личном кабинете. А уведомление о выигрыше придет смс-сообщением на номер телефона, указанный участником при регистрации. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Третий день масленицы сегодня. Именно в этот день теща принимала зятя и его друзей, угощая блинами. Среди прочих угощений подавали медовуху, баранки, пряники и другие сладости. Поэтому этот масленичный день называли лакомкой. Какие традиции с ним связаны и как праздничная среда способствовала укреплению семьи у наших предков, расскажем далее. Среда – третий день, последний день в узкой масленице. Затем следовала широкая масленица с шумными развлечениями и народными забавами. Это было лучшее время для встречи зятя и тещи, когда будущие родственники могли познакомиться и присмотреться друг к другу. Поэтому в ряде регионов за третьим днем праздника закрепилось название «скоромная среда» или «смотрины». В среду женщины вставали с утра пораньше, наводили чистоту в доме и приступали к готовке главного праздничного угощения – блинов. Начинки делали из ягод, сладкой репы, тыквы, рыбы и других продуктов. Блинов готовили много, поскольку день предписывает много и вкусно есть. Будущие тещи старались продемонстрировать свои умения, чтобы угодить дорогому гостю и его свите, но при этом не упускали возможности протестировать нового члена семьи. Считалось, если жених возьмет первым блин со сладкой начинкой, то и характер у него добрый, мягкий. А если с соленой, то человек он непростой, и дочери рядом с ним будет не сладко. Чтобы семейная жизнь заладилась, теща пыталась умаслить зятя. У славян в связи с этим даже существовал отдельный обряд. Хозяйка дома намазывала голову мужчины маслом, чтобы тот был более податливым и не обижал ее дочь. Зять с друзьями тоже всячески задабривали тещу, преподносили ей подарки, пели песни и частушки. Поскольку в православном календаре масленица совпадает с мясопустной неделей, когда идет подготовка к Великому посту, существует и ряд запретов. В последнюю неделю перед постом верующие уже отказываются от мяса. Мясные блюда заменяют овощными, рыбными и молочными. Кроме того, в лакомку, как и в другие дни масленицы, нельзя употреблять спиртное. Исключение делается для пива и медовухи. Это связано с тем, что на Руси данные напитки готовились на многие праздники по особому рецепту. И если масленица празднуется в плавающие даты, всегда 13 марта вспоминают святого Кассиана. По старому стилю святого вспоминали раз в 4 года, 29 февраля. У него репутация строгого святого. День Кассиана в народном календаре самый страшный. Святому подчинялись все ветры. Он мог их выпустить и наслать на людей. На Кассиана крестьяне старались вообще не выходить из избы, особенно до рассвета. Работы прекращались. Многие старались подольше не просыпаться, чтобы проспать самое строгое время. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания.